Певец Борис Моисеев перенес несколько лет назад два инсульта. Сейчас он приходит в себя и не выступает на сцене. Из-за пошатнувшегося здоровья финансовое положение певца ухудшилось, и он вынужден продавать имущество. Моисеев продал свои шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия. Артист берет деньги даже за интервью. За Бориса переживают его многочисленные поклонники. Судя по разговорам в сети, фанаты всерьез озабочены его состоянием. Особо наблюдательные поклонники отметили, что в последнее время Моисеев сильно поправился и ходит не без посторонней помощи. Сам же певец, буквально вернувшийся с того света, радуется каждому прожитому дню, несмотря ни на что.